хорошая. Напрыгались мы со Шкымом. Сейчас я буду готовить завтрак. И посмотрите, что я приготовила. Покажу вам. Шашкым очень проголодался. Очень после спорта. Поэтому я быстро-быстро начинаю готовить завтрак. Посмотрите, что я буду делать. Я буду жарить сейчас батлиджан на огне. Сделаю салат. Так, добавлю туда чеснок, масло. И запах дымка. Вообще, турки очень это любят. Обожают просто. Вы видите. В общем, накалываем вилочкой в нескольких местах. Так, и вот это тоже у меня испортился. Видите, не кушаем, портится. Мы так сделаем сейчас. И отправляем это, зажигаем газ. И вот прям так я начинаю жарить до корочки, мои хорошие. Это сделаем вилочку. Вот так вот насадим. Чтобы могла переворачивать. И так со всех сторон до образования корочки. Вот смотрите, как только начинает, видите, жариться. Видите, эту корочку. Переворачиваем. Пропекается внутри. Ну, я покажу сейчас вам уже готовый результат. Конечно, мои хорошие, газ пачкается, но зато это того стоит, вкуснятина. Можно помыть запросто. Посмотрите, так обжариваю. Видите, почти они как эти становятся. И через эти дырочки, вот, оно пропекается внутри. Ну, газ можно чуть-чуть поменьше сделать. Также я делаю и болгарский перец. Летом это вообще наша закуска номер один. Это очень вкусно, очень полезно. Жаль, что кабачки так нельзя делать. Ну, в принципе, я делаю, но кроме меня никто не кушает. А это у нас как постоянно это такое блюдо. Вот прям запах я чувствую, прям костра. После того, как они приготовились, я положила их в пакет на 5 минут. Так, ну вот смотрите, я очистила уже эти батлиджаны. Вот так вот нарезаем их. Очень вкусные. Друзья мои, попробуйте. Так, это очень полезно. Очень вкусно. Так, лучок также. Дольками маленькими. Салатик летненький на завтрак. Помидорки нарезаем. Ой, не знаю, вы так некоторые просите меня, чтобы я рецепты там все выставляла. Но таких желающих видеть очень много, поэтому я делаю. Есть, конечно, люди, которым это не нравится. Но пусть не смотрите меня. Я делаю для тех, кто любит мою семью и хочет. Я это взяла рока, пару листочков, мои хорошие. И петрушечка, конечно. Петрушечка, как же без нее? И к этому батлиджанам нужно обязательно чесночок. Так, что мы делаем? Солим. Вот обязательно я добавляю такую красную пряность. Турция называется сумак. Перец красный чуть-чуть. Знаете, я люблю такое. Ну, Ашкем не любит, я не знаю. Как можно не любить, да? И вот так вот можно, вот это все. Видите, оно тепленькое все. Какой вкусный салатик будет, не скажите. Все помешать вот так. Ух, ух, ух. Сейчас яичницу пожарю с сосисками. У нас 2 часа завтрак. Так, мои хорошие, выкладываем это на блюдо. Красота получилась. И заливаем оливковым маслом. И обязательно сбрызгиваем лимоном. Это такой чисто салат на завтрак. Все, мои хорошие. Красиво, не так ли? Пошла я яичницу жарить сосисками. Кстати, хочу поделиться с вами одним лайфхаком. То есть, мои хорошие, яйца, как я делаю, просто обычную банку, соль, перец и взбиваю. Не надо никакой венчик, ничего. И добавляю. Посмотрите, какая красота получилась. Вы видите? Вы видите? Супер яичница.
Сейчас я отключу ее, чтобы она сильно не упала. Омлет. Хочу поделиться с вами солнышком, теплом. Погода обалденная, весна пришла в Мерси. Напрыгались, позавтракали со Шкымом. И решила я принять витамин D, чтобы не было у меня рахита. Ну, мне кажется, рахит мне не страшен после таких завтраков. Сегодня на ужин хочу приготовить. Сделала массаж лица. Меня одна подписчица научила, как делать массаж лица. И прислала мне упражнения. Я сейчас буду этим интенсивно заниматься. Спасибо большое за такой совет. Да, женщина должна выглядеть всегда хорошо и не на свои года. Сегодня на ужин я решила приготовить, друзья мои, пирожки с картошкой в духовке. Сейчас тесто же у меня полно. Выложила тесто и займусь этим попозже. Скоро у меня будет так красиво на балконе. Я посмотрела сейчас, друзья мои, что все соседи сидят на балконах. Кто-то занимается уборкой, стекла моет. Кто-то сидит просто, чай пьет. А что делать? Да, сегодня нельзя выходить из дома. 2 дня категорично запретили. Каждый находит себе дело. Ашкам сидит, футбол смотрит. А я чуть-чуть посижу на балкончике, приму загар. Не знаю, как в этом году, наверное, у нас с морем. Когда мы сможем выйти на пляж загорать. Хотя в том году я уже начала в это время сезон. Ну, а сейчас все меняется, к сожалению, нашему. И вам приятного выходного, воскресенья верного. До встречи. Добрый вечер, мои хорошие. Чем я занимаюсь? О, я же сказала, буду печь пирожки. Вот сейчас этим и занимаюсь. Сейчас я смазываю пирожки, я сделала с капустой тушеной. Вы знаете, что я не знаю, как НДР на это отреагирует, потому что я никогда не делала тушеную капусту. Вот осталось у меня чуть-чуть, и думаю, пару штук, 10 штук я сделаю таких маленьких. Я сейчас вам покажу. В общем, сделала пюрешку с картошечкой. Думаю, праздник сегодня, верное воскресенье, что-то все готовят. А мы уже вроде бы все переготовили, вкусняшек. И я вот делаю такой противень. Хочу сейчас поделиться и угостить соседей. Они нам принесли что-то, турецкое блюдо какое-то, я вам потом покажу сейчас. И вот я тоже хочу, как раз думаю, сделаю побольше. И там маленькие дети, внуки. Пускай они это все тоже покушают. Так вот, мои хорошие, вот я занимаюсь чем сегодня. Тесто у меня такое, как на хачапури. Я же делаю много. Еще у меня там на 4 хачапурки выйдет, осталось. Так, и знаете что? Вот, я сейчас их смазала, мои красивые пирожки. Значит, здесь с картошкой, а вот эти вот самые маленькие здесь капустой начинила. Так выглядят мои пирожки. Значит, я их помазала, чем я сказала вам. Начинка из йогурта и яйца. И сверху вот посыплю для красоты такой вкуснятиной. Такие орешки это. Хлеб они пекут в Турции. Чтобы вид был красивый, не так ли? И внутри должно быть красиво, и снаружи. Вот мы сегодня сделала салат, покажу. Сейчас я вам все покажу. Закончу это. Такие вот семечки. Ну, а вот
то, что нам принесли соседи. Вот сейчас посмотрим, что это такое. Мне кажется, вот видите, они очень много любят салчу, перец. Ой, тут похоже на манты. Сейчас я попробую. Угу. Видите, манты сноху там. Вкусно. Вот видите, у них маленькие такие пельмешки, турецкие манты. Вот, вкусные очень. Ну, они, представляете, сколько надо терпения, чтобы такие маленькие налепить. А сегодня я вот такое решила с капустой сделать салатик, огурец, лук, петрушка и капусту. Вот сегодняшний ужин какой нас ждет. Спонсор моего канала – онлайн-платформа Gigos. Друзья, посмотрите. Соседи сегодня устроили праздник на балконе. Музыку там, все, видите, сейчас потеплело, и многие вышли на улицу. Какой-то шум я услышала, звук музыки. Ну, вот наш КПГ, сторож ходит, мусор собирает. Погода хорошая, пахнет весной. Так вот у нас все соседи собрались на балкончиках. Ужинают. Кто мангал делает. Это мусорная машина приехала. Ну, в общем, пошла я белье вешать, там мои пирожки. А вот вид с другого балкона. Друзья мои, никого нет на улице. Все соблюдают закон. Такой запах чудесный, друзья мои. Посмотрите на мои гвоздички. Вот я их сюда переставила, перенесла, и они, кажется, ожили. Даже распустился вот бутоны скоро-скоро. Только ездят эти мусорные машины. Мой любимый Мерси. Как ты прекрасен. Ой, эти деревья, какой кислород я нюхаю. Такой парк и пустует. Но я смотрю, и травка начала зеленеть, потому что дети постоянно бегали, и она не могла вырасти. Ну что, пошла я сейчас белье вешать. Посмотрите, сколько у меня белья, надо все повесить. Мои хорошие, посмотрите, какие красивые у меня получились пирожки. А, не так ли? Пошли мы с Ашкымом ужинать. Всем приятного аппетита. Не забудьте ставить лайк, писать комментарии. На колокольчик. Динь-динь-динь нажимайте. Эти пирожки я отнесу сейчас соседям. Хочу показать вам начинку. Это с картошкой, с луком зажарка. А это с капустой. Ашкым. Пирожки берендин ме? Зверочка. Афиет олсун. Зверо мастерчак у нас. А, вкусно, но горячая. А здесь соя. Тамам. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки или дизлайки, написать комментарии и не забудьте нажать на эту кнопочку, которая находится внизу под видео. Подписывайтесь на меня тоже в Инстаграме. С вами была Светлана Та. Пока-пока!